Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Polo 2011 года выпуска. Двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 172 тысячи километров. Сниму и увезу в мастерскую стартер. Сейчас покажу, что происходит с этим стартером. Стартера и генераторы я не делаю, так как есть ребята, партнеры, которые хорошо с этим справляются, и запчасти есть у них в наличии. Пробую запустить. На видео он удивительно, но он запустился. Так у него берет напряжение, замыкание идет, полностью разряжает аккумулятор и начинает, как хозяин сказал, дымить стартер. Он крутит так, как будто сел аккумулятор. На самом деле аккумулятор целый. Втулки износились и щетки быстрее всего подносились. Снимаю, добавляю освещение. Отключаю клеммы с аккумулятора, снимаю вот эту площадку. Вместе с клеммой скидывается. Откручиваю болт на 13, фиксация аккумулятора. Опять у нас дождь. Вот такая скоба сбоку подталкивается. И снимаю батарейку. Также для удобства я сниму короб. Откручиваю два болта, то есть две гайки, и снизу болт на 13. Отщелкиваю и снимаю. Если посмотреть, вот эти вот ушки, три штуки, два с этой стороны и один с этой стороны. И ЭБУ оставляем на автомобиле, а это снимаем. Вот он у нас и стартер. Снимаю разъем, нажимаю. Отодвигаю фиксатор и нажимаю. Ну, чтобы не сломать флажок, я спереди отверточкой поддену. Вот такой вот плоский изогнутый крючок.
Все, разъем снят. Скидываю заглушку. Заглушка, которая закрывает контакт, гайку. Вот такая вот защелка сверху. Откручиваю клемму. Головка на 13. И откручиваю два болта сверху и снизу. Головка, наверное, на 17. Нет, ошибся. Головка на 17. По-моему, там болт другой. Так точно, головка на 13 нижнего болта. Попробую такой вот головкой, удлиненной. И возьму гибкий вал. Что значит гибкий вал? Удлинитель гибкий.
Я думал, открутил болт, а это не болт. Это гайка на 13, она на шпильке, которая на болту, держит кронштейн крепления проводки. А сам болт, наверное, также все-таки на 18. Да, сам болт на 18. Ох, какой болт. Сложного, в принципе, ничего нету, стартер снять, но болты туговато крутятся. Я их, когда буду ставить, алюминиевой смазкой смажу. Вот и все. Стартер снят. Под 1/4 сделал. Два переходника. С 1/4 на 3/8 и с 3/8 на 1/2. Увожу, отдаю стартер в ремонт. Привезу, уже установлю и попробуем, как он будет крутить. Вернулся обратно, привез стартер. Стартер бошевский. Здесь даже оригинальный номер есть. 301-121-402. Перебрали стартер, заменили щеточный узел и заменили опорный подшипник. Он развалился, и якорь стал коротить на обмотку. Поэтому будет он еще ходить и служить долго верой и правой. А также коллектор немножко подточили. Вот контакты, номер телефона я потом под видео добавлю. И замена чего производилась, заказ наряд. Беру, устанавливаю на место. Что хорошо, у ребят постоянно есть все расходники в наличии. Еще не сталкивался такого, чтобы не было. Перебирают, делают. И все. Устанавливаю на место. Как и говорил, болтики смажу медной смазкой. Первый наживляю верхний. Немножко. Верхний болт наживил, также наживляю нижний.
тоже его маленько смазал. И притягиваю. Стартер я притянул. Сейчас покажу через зеркало кронштейн, который снимал. Вот этот вот кронштейн, он отверстием этим одевается на шпильку и вот этой гайкой прикручивается. Поэтому его одеваем. Вот. И прикручиваем гаечка на 13, а после этого уже одеваю плюсовую и разъем возбуждения. Все, стартер прикрутил, кронштейн прикрутил, одеваю клемму. И одеваю разъем. Защелкиваю фиксатор. Одеваю площадку аккумулятора на место. Еще не защелкнул колпачок. Все, защелкнул. Ставлю аккумулятор на место. Ставлю площадку. Одеваю клемму.
и одеваем носовую клемму. Остается пробовать запускать. Что-то сигналит. Сработал. Но таким макаром работает. По крайней мере, не подъедает. Еще раз попробуем. На этом все. Ремонт стартера, снятие и установка закончено. Всего вам доброго.